Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я зашла в магазин, у них были остатки. Я хочу вам показать эти прекрасные растения. Вон камбрии какие замечательные. Смотрите, какая цветовая у них расцветочка, гамма. А вот это фиолетовым какая красавица. И они не очень дорого у них по цене. Если две штучки берешь по 135 гривен, а так по 200 с чем-то. Это у них остатки. Так как они получают в воскресенье товар, а распродажа получается за неделю. И осталось уже совсем немного количества товара. И у меня так попало по времени, что у меня было время, так как приезжали гости. Вот смотрите, какая мультифлорка красивая, без... А вот другого цвета такая же, полосатик такой, не знаю название, но они еще и пахучие такие, хорошенькие. Не было времени у меня пойти в магазин, поснимать новые сорта, расцены, все. Так как приезжали гости или мы уезжали, а вот сейчас появилась минуточка, и я хочу вам это заснять, прекрасно. Минички. Красоту этого, что осталось в магазине. Вот это вот пахучее, хорошее растение. Пахнет прекрасно. И цена не очень дорогая, в принципе. Ну, замечательно. Цветочки такие восковые у него. Небольшого размера. Видите, флорочка. Это все сортовички на этом стенде, тут все сортовики. Тут и голубые орхидейки. И... всякие орхидеечки, коты. Там в конце, дальше немножко вот. Вот какая красивая, на краях красивые такие черточки. А вот трилистная. А вот эту орхидеечку, реанимашечку, я... И вот, наконец, я пришла домой и хочу показать вам орхидейку, которую я купила в том магазине. Посмотрите, это Минечка по уцененочке. Видите, она стрессанула, то есть их очень много было. Вот такой сорт, видите, белоснежечка. Сейчас я попробую включить фонарик, чтобы было лучше видно. Вот, смотрите, белоснежная, губа у нее такая желтенькая. Ну, в общем, и она как бабочка, видите, края какие-то необычные такие. Ну, посмотрим, я надеюсь, что она у меня выживет. Ну, не знаю, будем надеяться. Чего-то ее же ценили, вот нижний листочек засох. Вот я хочу, она выпадала с горшочка, вот так вот лежала, 50 гривен ее уценили. Нужно сейчас снять этот торфяной стаканчик, если я буду вот так обрывать, она может, может и удачно оборваться, а может и поломаться корешочек. Лучше я возьму воду, вода у меня с фильтра. Я люблю с фильтра воду набирать, так как, не знаю, у нас хлорки много в воде. И поэтому беру с фильтра. А воду я добавлю такой препарат, как HB101. Он антистрессовый препарат, очень хороший. То есть орхидейка — это стимулятор роста натуральный. Одну капелечку я капну. В общем, проверено на орхидеях. Он очень хороший, прекрасный препарат. И эту орхидейку я помещаю в водичку, чтобы размочить земляной ком. Ну, то есть торф этот, торфяной стаканчик. Чтобы легче отошло все от корней. Она размачивается мгновенно. Но надо, чтобы еще постояла. Главное, чтобы она там внутри не прогнила. Вот
Она уже намочилась очень хорошо. Я попытаюсь маленькими кусочками отделить. Видите, внутри корни белые, они света не видели. И они очень сильно белые. Главное, чтобы не были черные. Белые это ладно, отойдут. Главное, чтобы черноты не было, никакой гнили. Я вот так сниму эту держатель, палочку. И будем потихонечку разбирать эту орхидеечку. Вот. Так, аккуратненько. Не повреждая корешочек. Еще чуть намочу. Чего? Еще кусочек чего? Снять. И посмотрим, покажу вам, есть какая-то чернота или нет. Мне самой очень интересно, чего ее оценили. Вдруг там что-то приметили в магазине, а мне об этом не сказали. Пусть она постоит минут 15 в этой водичке и будем рассматривать орхидейку полностью. Эту маленькую хорошенькую орхидейку я погрузила полностью в раствор, вот вместе с головой на 15 минут. Теперь мне нужно повытирать листочки ей. Я беру салфетки, спончики. И протру ей листочки, чтобы ни капельку влаги не попало в центр точки роста, так как она может загнить полностью. Я этого не сильно хочу. Вообще, можно сказать, не хочу. И поэтому мне нужно протереть ее полностью. Сегодня я ее сажать не буду. Из-за чего? Так как она очень слабенькая. Посмотрите на эту корневую. Совсем вот они как поломанные немножечко. Треснутые. Вроде бы на первый взгляд неплохие корешки, но я приняла решение, что она у меня постоит до того момента, пока не начнут отрастать или хотя бы раскукливаться кончики. Как только начнут раскукливаться кончики, я ее сразу буду сажать вместе с вами на своем канале и покажу вам все видео. А еще я ей сделаю такую процедурку. Вот мне кажется, что вот это вот черненькие точечки, мне кажется, что это все-таки паутинный клещик. Я ее протру с этой стороны тоже и обработаю препаратом. Сейчас протру и покажу, каким препаратом обработаем. Потому что клещика, может, это и не клещик, но что-то подозрительно. Мне не нравятся эти точечки. Может, и вовсе не клещик, я наговариваю. Ну, посмотрим. Вот смотрите, какой у меня препарат есть. Такой милети. Это спрей защищает от всех сосущих насекомых, вредителей, вот всякие трипсы, клопы, белокрылка, щитовка. Но если правда это покажется, что клещ, тогда я обработаю именно препаратами от клеща. Пока я обработаю этим препаратом, вот так полностью оболью, может и корень даже оболью. Пускай немножечко впитает. Так как дополнительные вредители, которые есть у меня в огороде, иногда попадают в дом, мне не нужно. Точку роста я вытру сразу же. То есть вот так сложу ватный тампончик уголочком и сразу промокну, чтобы не оставалось ничего. Теперь смотрите, что я буду делать. Как я наращиваю у этой орхидейки корешочки, чтобы они раскуклились или начали расти новые. Я беру этот препарат, которым я держала орхидейку, SHB-101, стаканчик, наливаю воды
и просто погружу свою орхидейку, чтобы кончиками листиков, ой, корней, вон она дотрагивалась к воде. Шейкой она дотрагиваться не будет. Мне это не нужно. Сейчас она немного постоит, вот еще влажное все. Я еще раз промокну. Промокать буду до такой степени, чтобы не оставить ее мокрую, особенно на ночь. Если она на ночь останется мокрая, окно у меня открытое, перепад температуры, и может резко начать гниение начаться. Так как она в магазине уже, как мне сказали, стрессанула, и поэтому их уценили. А мне дополнительные гниения не надо. Она не в очень хорошем состоянии, но не в плохом состоянии. Это сильно молодое растение, два листочка. Один отпал, желтенький листочек, вот самый нижний. Но он подсох, вяленький стал. Не показатель, что это была какая-то гниль или бактериальное что-то. Ну, посмотрим. Наперед ничего говорить не буду. А влага вот еще собирается и собирается. Все время нужно убирать. Вот таким способом я подожду, пока раскуклятся у нее корешочки. Или пустят новые. А затем буду с вами сажать орхидейки. Там было 3 штучки. 2 с цветочками, 1 без цветочков. Ну, я одну из них взяла. Самую такую не очень в хорошем состоянии. Видите, какой красивый. Он уже начал вянуть. Ну, конечно, вянуть. Видите, как. Чего же его продали бы по дешевой цене. Вот такой он хорошенький, такой кучерявенький. Если будет цвести, наверное, будет бабочка красивенькая, такая беленькая. Я видела в другом магазине, как они цветут. Это прелесть какая-то. У меня есть видео. В Эпицентре, по-моему, была, когда цвели эти минички. Их снимала, фотографировала. Но теперь она попалась. Она вот как сахарная с этой стороны. Попала ко мне в дом и будет жить вместе со мной. На окно я ставить не буду, поставлю на полочку, чтобы она не почувствовала перепад температуры. Холодный воздух, днем очень жарко, а ночью прохладно. И поэтому надо поставить вдали от окна. Названия у этой орхидейки нет, просто написали фаленопсис. И все. А ну-ка, если снять ценник, может, там что-то есть? Наверное, нет. Этот пластиковый стаканчик я выброшу. Он мне не нужен. Даже эту миничку я в него сажать не буду. Придумаю что-то другое. Нет, нету названия. Вот с этой стороны видно. Было бы пропечатано, видно. Я просто не могу снять этикетку и показать вам, есть там название или нет. Это сильно приклеенное. А сейчас хочу показать вам пеньки. Вы знаете, у меня тоже бывают неудачи в выращивании орхидеи. Вот у меня был пенек. Вот этот корешок был зелененький вот так на конце. Я его посадила в такую вот систему. Смотрите. Пеностекло, керамзит, кора и сверху мох. И вот только что вынула, видите, и результат получается никакой, не впечатлил он меня. Этот корешочек вот отсох вот полностью, этот тоже. И этот, как видите, никуда не годится. Не знаю, что с ним делать. Сейчас погружу ваш B101, посмотрю, позеленеет, значит, буду с ним эксперимент проводить дальше. Нет, значит, нет. Вот я сейчас полностью его погрузила. Этот пенек. Тоже мне что-то он не нравится. С этого пенька тоже ничего нет. Видно было, сильно уже пересохшее все. Корневая вот испортилась. Это это была сортовая орхидеечка. Я вершок пересадила и отдала подруге. А себе оставила пенек. Но ничего не получилось.
Но это эксперимент. Здесь он рос в коре. Ну, то есть как росла орхидейка, так я ее и оставила. Один корешок вроде бы был хороший на первый взгляд. Но он начал желтеть и вот пустой стал внутри. А вершок я успела отрезать. И он сейчас прижился и хорошо пускает молодые листики. В коре вот он завез. Мох растет. И, в общем, пенек, наверное, пропал. У меня тоже бывают неудачи, неприятные моменты. А бывают и приятные моменты. Вот из пенька у меня выросла деточка прекрасная. Смотрите, какие она корешочки замечательные пускает. Смотрите, видите, вот какой молоденький корешочек. В эту сторону молоденький корешочек пустила. Вон вверх растет хорошенький. Посажено тоже пеностекло, керамзит и кора. И сверху чуть-чуть мха. На дне у нее постоянно водичка. И этой орхидейке это нравится. И она замечательно себя чувствует. Видите, пенек на пенек не похож. Один пенек дает деток, другой не хочет. Так, полежала немножко в... Ох-хо-хо. Смотрите, позеленел. Значит, я его оставлю в препарате HB101 до утра. А потом разберемся с этим пеньком. Может, с него что-то еще получится. И вот этот корешок вот подзеленел немножечко. Изменим ему, значит, не в такой посадке будет. Сейчас я его помещаю опять в препарат. И пускай немного побудет. А еще много вопросов задают, как чувствует себя орхидейка, которую я выращиваю с одного листика. Смотрите, это у меня второй раз орхидейку я выращиваю с одного листика, восстанавливаю. Все листики она сбросила, я здесь намазала кончик Максимом. И посмотрите, она перестала гнить, живая. Лист жесткий, видите, согнутый, но он плотный. Абсолютно плотный. Тургор не теряет. Как я ее держу? Вот такой системе. Вот камни для утяжеления. На дне водичка немножко. Вот столько буквально. Не достает она. И просто погружаю. На камушках она вот так у меня стоит. В таком состоянии стоит эта орхидейка. И тургор она не теряет. Но, видите, он один листик, но он закрученный, как бы, может, она пустит еще один листик. Но это все-таки эксперимент, это интересно. Вот какие-то пупырышки просыпаются, смотрите, может, корешочки. Все это надо наблюдать, все за ней смотреть, следить. Но она тургор не теряет, это самое главное. И чернота, вот эта сухенькая попка получилась. Черноты нету. Ну, это естественная чернота. Это не гниение, не мокнущая. Плотненькая такое. Вот в этой орхидейке пока все нормально. Будем за ней наблюдать. Я буду снимать видео, показывать вам результат. Здесь стояла еще одна орхидейка у меня с двумя листиками. Но она решила этот листик отсушить. Он очень плотный. Посмотрите, какой плотный. Но она его решила отсушить. Не знаю, я тоже ее смазывала Максимом. У нее остался один листочек. Пока она жива, здорова. Будем тоже за ней наблюдать. Это сакура орхидейка. Тоже вот камень для утяжеления. Под камнем чуть-чуть водички. Это я поставила в горшочек, чтобы он не переваливался, так как орхидейка высокая. И ставлю этот один листочек на камушек. А этот, конечно, я выброшу. Он никому уже не нужен. Он, видите, плохо начал гнить из серединки. Если бы с этой стороны было бы как-то не так подозрительно. Не хочется, чтобы она погибла. Но здесь пока живая, пока плотная. Все наблюдаем, все буду показывать. И покажу вам совместную посадочку я делала.
Это три орхидейки в один горшочек. Это варегатная орхидеечка. Две штучки. У одной сильная варегатность, у второй более слабая. И посредине тоже мультифлора. Они не мини, миди. Миди орхидеечки. И мультифлоры. Это я протираю листочки препаратом HB-101. Они пыльные, лето сейчас, очень много, окна открытые, с окна пыль летит, конечно, ветер. Вот эти листочки немножко поморщились, но молодой листик выходит, смотрите, плотный, красивый, хороший. Это вообще плотное, аж переливается. Вот молодой листочек полез. У этой полез молодой листочек, затем он что-то попортился немножко и начал расти дальше. И третья орхидеечка тоже хороший пустила листочек. Сейчас я ей протру дальше листочки и поставлю на ее место, где она все время стоит. На окошко я их не ставлю, так как, не знаю, ослабленные были. Видите, такая у них горшок на три орхидеечки с фитильным поливом. Уже нужно поливать мне их, так как внизу должна быть постоянно вода чуть выше вот этого уровня. По букве я наливаю воду, чтобы немножко верхний слой был мокрый. И они корешочками, вот видите, корешок, достают, тянутся к нижней, к водичке. И хорошо себя чувствуют. А когда зацветут, наверное, будет очень красиво смотреться эти три орхидейки в одном горшочке. Корням свет есть, все у них замечательно. А здесь на полочке расцвел мой бигли. Посмотрите, как он хорошенький, нежненький, аккуратненький. А желтенькая я уезжала, немножко подсохла и начала вот засушивать свои бутончики. Но она начинает, она продолжает рост новых побегов. Почки проснулись. Это очень красивая желтая орхидейка, такая сочная. Но она что-то не показывает, с неоновым язычком, таким хорошеньким. Не показывает цвет, камера не передает. Спасибо всем за внимание. До свидания. Оставайтесь на моем канале. Всем удачи, всем пока.